Рейхсгвардии майор, экипаж выполнял боевую задачу по уничтожению противника. Второй в цель, третий в цель. В центр цели, можно сказать, попали. Наводчики, я вас имею в виду. На отработку нормативов. Сегодня мы батальоном выполняли третье упражнение контрольных стрельб из танка Т-72 штатным снарядом. Значит, подразделения батальона укомплектованы личным составом на 100%, так как батальон у меня входит в состав батальона тактической группы. В данные подразделения стараются укомплектовывать личным составом уже более опытными, которые имеют второй, третий и так далее контракты, которые, так скажем, являются профессионалами своего дела. Можно сказать, если это экипаж, то люди уже слаженные, можно сказать, понимают друг друга с полуслова. В связи с тем, что данные экипажи, входящие в состав батальона тактической группы, могут в любой момент времени отправлены для выполнения каких-то специальных задач, как на территории у нас, Российской Федерации, так и за ее пределами. Поэтому пытаемся создавать условия, максимально приближенные к боевым. По итогу сегодняшних занятий, экипажи первой и второй танковой роты отстреляли с общей оценкой хорошо. Экипаж первой танковой роты второго танкового взвода, наводчик-оператор рядовой Тукбаев, отстрелял на оценку отлично, поразил тремя выстрелами мишень номер 12 танк, поразил безоткатное орудие и поразил ручной противотанковый гранатомет.